6 ноября 2009 года, каникулы кончаются, надо что-нибудь сыграть, успеть еще за это оставшееся время. Я показываю преимущество многодетной семьи. У меня 15 детей, младший десяток со мной. И вот удобство в чем, что мой 10-й ребенок, 6-й сын Алексеев Егор Владимирович, учит моего 11-го ребенка, 7-го сына Алексеева Царя Владимировича. Ну, не надо никаких учителей, друг друга учат. Давай, Егорушка. Вот, видите, как хорошо. Один брат учит другого, без всяких нот, просто с руки, да? А теперь должен царь научить Егора. Это уже другой будет сюжет, да?